Медитация благодарность. Убедитесь, что во время медитации вас никто не побеспокоит. Примите удобную позу. Положение тела должно быть таким, чтобы вам было абсолютно комфортно. Если вы лежите на полу, растекайтесь, накройтесь, пусть вам будет тепло. Расслабьте мышцы, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдох, выдох. И еще раз вдох. Будьте здесь и сейчас. Выдох. Все заботы, ситуации, нерешенные вопросы. Позвольте себе оставить за пределами комнаты. Расслабьте мышцы. Пусть тело и ум отдыхают. Слушайте мой голос. В глубине меня находится бесконечный источник благодарности. Я позволяю благодарности из самой глубины моей души струится через меня, через все мое существо, через мое сердце. Эта благодарность расходится из меня энергетическими лучами и возвращается ко мне в еще большем количестве, чтобы в моей жизни было еще больше того, за что можно было бы поблагодарить. Благодарить означает выражение моей радости, великолепного внутреннего состояния, невероятное тепло души, которая исходит из меня. Благодарить — это значит чисто видеть, слышать, ощущать, обонять, чувствовать. Я благодарю за мой мир, в котором я живу, так же, как я благодарю за свой дом. Я благодарю за то, что у меня есть ощущение любви ко всему происходящему. Я благодарю за жизнь, за мою природу и уважаю любое живое существо. Я возношу благодарность за этот день,
за всю мою жизнь. И пусть будут благословлены все дни, которые у меня есть. Я благодарю жизнь за каждый ее момент, за это нескончаемое здесь и сейчас. И я буду благодарна за это всегда. Обратите сейчас внимание на ваше дыхание. Дышите ровно, глубоко. И пусть во время дыхания расслабляется все ваше тело. Становится мягким и пластичным. Ваша голова напоминает сейчас пустой аквариум. Представьте, что в нем только вода. И если в уме появляются мысли, то они похожи на пузырьки воздуха, которые выходят в открытое пространство сразу же после появления. Дышим медленно, глубоко. Представляем себя в очень красивом месте. Божественный сад, или в лесу, или на берегу моря. Или на очень красивой, высокой горе. Вы можете видеть все окружающее пространство. Оно чистое, светящееся. Воздух мягкий, насыщенный и хрустящий. Посмотрите вокруг. Что вы видите? Сохраняя в сердце чувство благодарности, умиротворения и блаженства, побудьте в этом состоянии несколько минут. Через какое-то время мой голос зазвучит снова, и мы продолжим. Давайте уделим медитации еще несколько минут и поблагодарим друг друга за то, что мы выполняем эту практику. Мое сердце наполнено благодарностью к вам.